have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Cat Quest 2, нас тут два. И нет, я не забыл, давайте мы сейчас пойдем к нашему дракону костяному, который нас ждет, для того, чтобы мы помогли ему. Там оставался последний квест, он был тяжелый, нам напенделяли, вот, но я уверен, что мы все-таки сможем справиться. Давайте я попробую. Не-не-не, чувак, нет. Давай без тебя сегодня. Мне хочется помочь ему. Я надеюсь, очень, блин, надеюсь, что мне не придется с ним драться в конце. Я хочу его спасти и помочь ему. Так, магия однозначно сильна. Да, на 3 черепа довольно сложное задание. Мы это все читали в прошлый раз, уж извините. Да, его теперь нужно везде почесать. Да, нос, холку, все хорошо. Чувак чихнул, и нас куда-то унесло. Да, вот сам этот дракон. Я так ждал, найди способ добраться до меня. Блин, я не хочу с ним драться, но он выглядит так, как будто мне придется с ним драться. Я не хочу этого. Точно, у нас же тут были эти тайные пути, я забыл про это немножечко. Стоп, а... Или это не отсюда? А, это не отсюда, да, я начинаю вспоминать. Там же у нас были камушки рассыпаны, это была дорога, да. Так по-хорошему это ни на секундочку не очевидно. Так, в прошлый раз мы, кстати, пошли вниз и нам наваляли. Давайте пойдем сюда. Не осталось маны. Это не очень. Не, может этих завалить так-то по-хорошему. Да ну нафиг, пойдемте. Если ваши атаки смогут нанести урон, отлично. Если нет, найдите другой способ. На 1000! Да блин, хватит. Минутку. Я не могу стрелять мечом, в этом проблема. Мне все-таки нужен будет посох. 84, давай. Офигеть! Тут можно было тупо пройти все это время. Тогда, блин, это подстава. Я хочу вот это вернуть себе. Да, я не смогу стрелять, но у меня будет дофига жизни. И давайте похилимся. Супер, пойдемте. Блин, там был тайный ход. Я хочу сражаться с вами. Только хотел дать вам это, прежде чем исчезнуть навсегда. Дать чешую дракона. Покажите это Кавкину. Ему нужно вспомнить и узреть правду. Эта темница отняла у меня слишком много сил.
Я надеюсь, мое последнее слово дойдет до него. Властитель, мне жаль, я не смог защитить вас. Пожалуйста, простите меня. Ради собачьего корма, куда вы оба отправились? И что это у вас в лапах? Вы отдаете чешую дракона. А это чешуя дракона? На меня снова нахлынули воспоминания? Хочешь уйти? Я дал тебе все, а ты останешься и будешь сражаться за меня. Все мои усилия сделать так, чтобы для тебя не существовало никого, кроме меня, были впустую. Стой, нет, я имел в виду, что... Прекрати немедленно, ты будешь слушать меня, ты будешь... О, это был рык дракона, и почему этот король выглядит очень злым? Подожди, я знаю этот символ, это знак потомка драконов. И почему он здесь? А, тело древнего воителя. Окей. Мне нужно все обдумать. Я полагаю, я снова буду здесь. Это очень, блин, крутой квест. Получается, тот дракон, он был то ли родственником, то ли еще кем-то для Гавкина. И Гавкин тоже, ну, он тоже дракон, это понятно. Я сначала вообще думал, что то это Гавкин, но на самом деле я ошибался. Я чувствую, как меня охватывает воспоминания. Скорее, нам нужно увидеть это вместе. Черт, а, давай. Это интересно. Я внезапно стал вспоминать Котовский. Котовский много всего, типа чертовский, ну да. Вот последнее воспоминание. Это важнее всего, мне кажется. О, лапы к бою! Упрягнитесь, думаете, этот дракон сделал вам сильными? Вас? Возможно, ты единственный потомок дракона среди собачьей расы. Но у тебя все еще нос не дорос. Боюсь, я не могу контролировать тебя и твою силу даже после всех этих лет. Да, похоже, не было никакого смысла в уничтожении твоей семьи, но неважно. Я изгоню тебя, мы заточим тебя в глуши, чтобы никто никогда не смог воспользоваться этой силой. Я рассею твои воспоминания среди дорогих для тебя вещей. Мяч, шлем, посох, дракон. Но я все собрал. Пока ты ничего не помнишь, ты будешь оставаться изгнанником. Счастливое избавление. Это типа good riddance. Гавкин, он уничтожил мою семью только потому, что я был единственным псом-котом дракона. Псом-потомком, а. Он хотел сделать меня своим секретным оружием. Предполагается, что короли добрые. Посмотрите на себя. Вы ведь тоже потомки королей. Все эти силы сделают вас злыми, как он. Чтобы этого не допустить, я уничтожу вас. Блин. Иди сюда, Виверна. Можно я сначала Виверну грохну? Вот этот куст. Давай вторую Виверну сюда. Я не хочу с ними сражаться, пока они вместе. Это Виверны сотого уровня, между прочим, блин! А чё так больно-то? Вот это он меня, конечно, ударил.
Может, я его поджигать буду? Да, магия на него неплохо работает. Блин, Гавкин, прости, чувак, мне реально очень жаль. А Песель на самом деле неплохо справляется и... Ха-ха-ха! Настолько, что чуть не убило нафиг. Ну, хоть пол хп. Я не хочу тебя убивать, Гавкин. Чувак, ты крут. Благодарю, что освободили меня. Теперь я больше не изгнанник. Шлем призрака. 54 броня. Ледяная стойкость 20%. Ох, красиво-то как. Шлем. Минечка, у меня сейчас малиновая опушка, да? 30 брони и 20% здоровья. Блин, это очень круто, кстати. 20% здоровья. Тут 54 ледяная стойкость. Но это надо, чтобы меня льдом били, а этого пока не происходит. 34, 36, кстати, шапка рейнджера. 36. Увеличена дальность качения. А, типа, когда ты перекатываешься. Кстати, 36 урона, это неплохо. 42 урона. Важный шанс, плюс 10. Фишка в том, что все это будет мне давать минус штуку жизни. А вот это вот немножечко некрасиво. Шляпа авантюриста, браво, шлем рыцаря. Это все магию дает. Окей, я вас понял. 12 магии, капюшон ниндзя. 4, 6. Здравствуйте, еще один уровень. Это очень крутой квест был сейчас. Блин, я просто в восторге. Как же классно, что мы ему помогли. Итак, 93 уровень как-никак. Давайте сохраняться. У нас тут лапоазис. Давайте сначала из ящичка возьмем. Да. В одном предании говорится рецепт легендарного хот-дога. Мы должны найти его. Поможете хот-то? Хот-дог? Да, чувак. Нос хот-то уловил ваш запах. Хот-то знает, что плотиновый шеф создал легендарный рецепт хот-дога. Но, увы, он безвременно сгинул в лабиринте забвений. Вот, возьмите ваше овечество. Хот-дога передает вкусный хот-дог. Безвременный рок не заставил плотинового шефа разлюбить хот-доги. Хот-то считает, что он вернется. Найди его в лабиринте завываний. Ваше овечество. Забвений, завываний. Плотиновый шеф. Ну, давайте, давайте. А, далеко? Да нет, не очень. Можно даже по воде обойти. О, тут еще всякие фишки квестовые из основного квеста. Неплохо, неплохо, мы туда тоже доберемся. Итак, нам сюда. 53 уровень, нормально. Я слышу запах хот-дога. Я платиновый шеф, я предлагаю легендарный рецепт хот-дога в обмен на тот хот-дог. Но я опасаюсь высовываться отсюда. Меня уже однажды убили. Победить всех чудищ, я появлюсь. Ну, без проблем. И у меня такое ощущение, что мы эту пещерку уже зачищали, да. Но это не проблема. Тем более, ее будет несложно зачистить, раз мы это уже делали. Они типа дерутся, но для 53 уровня это нормально, да. Для меня сейчас это уже ни о чем.
Хотя, ну как ни о чем. Две штуки жизни, как не бывало, нормально. Давайте лечиться. Вот эти чуваки меня бесят больше всего, это я помню. Они убегают. Когда они бегают, мне не нравится, когда они убегают. О, спам. Иди сюда. Неплохо, я еще такую добивалочку молнии делаю неплохую. Красиво. Фу, сюда, сюда, дайте мне этот хот-дог. Отдаем хот-дог. Платиновый шеф дает вам рецепт. Вы даете шефу хот-дог. Да, как давно это было. Вылезаю, чтобы насладиться этим хот-догом. Круто, накормили чувачка. Собака-селянин крадет рецепт у вас. Что, блин? А, хот-дога никогда не видать его. Скажите ему, Цезарь Лосат снова сделал его. Цезарь Лосат, типа Цезарь Салат, Лосат Салат, Салат Цезарь. Ну, да, да, умно, согласен. Ай, больно. Цезарь Лосат, блин. Чего мне тут? Ай, смешно, смешно. Блин, как мы позволили селянину украсть у нас чертов рецепт? Цезарь Лосат? Кто? Ну, хот-дог. Хот-дог с ним. Он... А, типа, черт с ним, хот-дог с ним. Он упустился до кощунства. Хот-то нужно успокоиться. Для начала возьмите это. Шляпа шефа. Здоровье плюс 50% белиссимо. Блин, это очень крутая шляпа. 47 здоровья и плюс еще 50%. Не бойтесь, Хотто выследит его. Может, наши пути пересекутся снова, ваше величество. Как горчица на хот-доге. Черт побери, вот эта шляпа. Что там моя шляпа дает? 30 брони. 30 брони и 20% здоровья. А магическая шляпа... 12 магии. Ну, 12 магии, это... Ну, не знаю, такое... Ну, нет, как бы да, но... Черт побери, плюс 2500 жизней? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Блин, у него стало 7382 жизни. И кто здесь танк после этого? 20 маги. Так, тут 131 брони. У тебя брони вообще, к сожалению, нету. Поэтому все-таки танковать проще, наверное, КТ. 131 брони. Ну, да, у мага дофига просто жизни. Я могу тебе еще не только оружие качать, а и вещи. Можно? Можно? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, только оружие, да? Только оружие, я тебя понял. Надо будет, кстати, наверное, магию еще прокачать, сходить. Блин, это просто офигительная шляпа. Пойдемте дальше посмотрим, что хочет хот-догу. Хот-дога нашел вора, следы его еще, следы еще не остыл. Пожалуйста, помогите поймать пса, горячего пса. Хот-дог. Да, давайте. Нос Хотто уловил запах вора, наверное, там он и живет. Пещера кактусов. Северо-восток, где можно, где много кактусов. Пойдем, пойдем. Верните то, что было украдено, ваше величество. Пойдем, вернем. Дикая орда. Дикая орда, блин. Ай. Так, ладно, ладно, все. Сбогойся. Уровень сотый, пещера кактусов. Идите на северо-востоке, найдите вора. Ай. Ёпперсете. Мне кажется, этот чувачок очень жесткий.
Но мне кажется, я бы мог осилить их, нет? А-ха-ха-ха, это было больно сейчас. Что, оно лечится? Да лопни ты уже. Иди сюда, дружище. Нам надо вылечиться тоже. Там табличка есть, кстати. Блин, теперь мне ему вылечить эти 7000 жизней, это будет вообще козец. Прикиньте, у мага теперь сколько жизней. Вот мне это сейчас и поможет, если что. Что за табличка, кстати? Почему не написано? Здесь живет мать кактусов. Назад! Не, ну нет, ребят, ну нет, ну нет, ну нет. Ниночка, вы же не хотите мне сказать, что оно все заспаунилось тут? Ай, блин. Блин, она врубает хилку, если что. Она их спаунит? Вы серьезно? То есть... И хил, и спаун, и сотый уровень. Нет! О, не-не-не-не-не-не-не! Нет, я пошел отсюда. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот и вали. Вали отсюда, дай выйду! Зато это, прикиньте, какое место для того, чтобы качаться идеальное. Нафиг. Найдите, найдите, найдите. Так, давайте вылечимся сначала, потом найдем. Но он же не та... А, у нас эта пещера, кстати, теперь считается зачищенной. Теперь мне стало реально долго его лечить. Мне нужно прокачать хилку. Так, 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 найдите. На северо-восток. Тут, кстати, ничего нету. Да, вроде. Ау. Но он не может быть в этой пещере. Если он в этой пещере, я офигею. Тут задание было... А, вот он. Тьфу ты. Вы нашли меня? Ладно, я отдам вам рецепт. Подойдите поближе. Блин, по-моему, сейчас случится какая-то фигня. А, я должен отдать его вам. Еще чего? Да ну, блин, мелкий, задолбал. Кто-то начинает понимать, как он посмел украсть всех девушек. Что, блин? Представляешь, я использую это против него. Представляешь? Так, хорошо. Фанатки эти ребята ищут подружек для Хотто. Блин. Давайте только не биться со всеми ними. Хотто, я люблю тебя, могу стать твоей. Та-та-та-та. Нет, я его жена. Блин, это все для Хотто побежали, ага. Давайте только не драться с ними. В куче случаев вас так много, но эти два парня говорят, что все достаточно хороши. Как вы осмелились нас так судить? Клянусь косточкой взять их. Блин! Они...
Толпа озлобленных фанатов, это всегда плохо. Ха-хай. Все вместе. Вот так, всех в кучку, всех в кучку. Ух. Неужели затащили? Ну-ка. Ну-ка. О, небеса на вытые. Вы разбили эту орду. Я отдам, только не пейте. Вот, рецепт нормально забрали. Небеса на вытые. Блин, это просто шедеврально. Надо сохраниться. Здоровья вообще что-то нету. Хотто, на, держи твой рецепт, пожалуйста. Мир и хот-доги вернулись на землю. Ваша награда ждет. Буревестничка нам апгрейднули. Ну, не знаю, кстати, неплохо. Мы встретимся снова, ваше величество. Это неизбежно. Как хот-дог, который вкуснее и горячим. У этого квеста еще и продолжение есть. Ой, чесать, колотить. Ладно, все, ребятки, давайте тогда на этом сегодня закончим. 4 уровня набрали. Очень крутые квесты сегодня были, блин, мне понравилось. Но продолжим в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.